акцент парка на выставке Securica 2023. Представлены новинки. Новое решение парка – парковочная система. Демонстрируется стойка въезда, стойка выезда, новая модель шлагбаума. Постоянные посетители могут использовать карты или транспондеры, банковские карты, смартфоны. Разовый доступ посетителей можно организовать за наличный и безналичный расчет. В качестве билета применяется штрих-код. Также возможен доступ по распознаванию номеров. Еще одна новая разработка парка – турникет платного доступа. Оплата производится с помощью банковской карты – физической или эмулированной на смартфоне. Решение доступно на базе разных моделей турникетов. В зависимости от модели, турникеты платного доступа могут использоваться как в помещении, так и на улице. Здесь мы видим компактный скоростной проход ST11 – бесконтактный турникет платного доступа. На стенде демонстрируется скут Perco Web. Посетители могут протестировать новые возможности программного обеспечения на специальных экранах, а также ознакомиться с новой линейкой контроллеров и считывателей. Универсальный контроллер CTL14, терминал учета рабочего времени CR11, новый контроллер со встроенным считывателем серии CL15 и мультиформатный считыватель R19. Контроллер и считыватель доступны в черном и светло-сером цветах. Интеграция с алкотестером «Алкобарьер» позволяет выводить сообщения и формировать отчеты с указанием значения промилле. Сейчас в разработке находится терминал распознавания лиц Perco. Традиционно представлена линейка замков. Скоростной проход ST21. Эта модель специально разработана для транспортных объектов, в том числе аэропортов. Ее отличает легкий доступ к периферийным устройствам за счет откидывания верхней крышки и возможность установки терминалов распознавания лиц, считывателей, сканеров посадочных талонов и паспортов. Традиционно представлены всепогодные тумбовые и полноростовые турникеты. Линейку полноростовых турникетов планируется пополнить 4-лопастной моделью. Ее важное преимущество – всепогодное, пыленепроницаемое, водостойкое покрытие из стали. Степень защиты – IP66. Для более подробного ознакомления с нашей продукцией приглашаем посетить наш сайт perco.ru, а также канал в Telegram. До новых встреч!